это концерт Джей Морсов. Джей Морс традиционно соединяет сердца и наполняет их музыкой. Пойдемте послушаем и даже будем подпевать. Электричество. Слушайте, вы меня прям током ударили. Мы ехали в машине, слушали диск, поэтому... Какая любимая? Это как будто сказочный рай, сонное утро. Ребята, конечно, всегда на драйве, всегда молодцы. Он такой вкусный, невероятно, что поднимет настроение у всех. Джульетта обиделась на вселенную. Электричество. Нет. О, еще одна. Мне она... Это вас девушка привела, я уже поняла. Да. Моя маленькая Гренландия. Вот, ты еще фанат. Вот они. Чего ты ко мне не пристаешь? Все, я пристаю к вам. Смотри, как горит воздух прямо над нами. Круче, чем... Круче, чем да. мы. Поет Владимир Пугач. Вот совсем... Старые песни, которые успели забыть, и будут совсем новые, которые еще не слышали. Ну и будут традиционные, которые люди по нашим наблюдениям любят на наших концертах слушать. Это какие? Вот вы выключите камеру, обойдите, станьте в зале и услышите. Пойдемте слушать. Порадовать долгожданным сольным концертом всех своих поклонников решила и группа «Дядя Ваня». И мы, конечно, тоже были там. Как папа обычно делает? Вот так? Язык обязательно? Угу. Презентация нового альбома «Люди» в концертной программе «Любовь». Артист знает, о чем поет. Любовь – это все, наверное. Это где-то такое чувство с фатализмом связанное. Это чувство, когда ты абсолютно счастлив. Это чувство, в котором ты можешь совершать какие-то безбашенные поступки. Такой разный дядя Ваня. Старые хиты, новые песни. В концерте все, что любим мы. Я думаю, что все-таки мы раскачаем эти сидячие кресла, и народ встанет и не уйдет, а все-таки попританцовывает. Тут интересно, тут удобно вообще танцевать? Или... Вот и проверим. Анжелика Пушнова, Вадим Карпович, Андрей Петровский. Наше утро.